Ох, ребят, кажется, мы новости. Очень хочется с вами веселиться и шутить, но повод сегодня несколько другой. Начинаю говорить прям... Все дрожит, и не могу справиться с эмоциями. Мы в прямом эфире. Сегодня он посвящен экологической катастрофе на Камчатке. 29 сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды и запаха на Халактырском пляже. Видимо, это название мы теперь долго будем все повторять и узнавать, какие же оттуда новости. Серферы жаловались на проблемы со зрением, першение в горле и ухудшение самочувствия. Местные жители все время публиковали в соцсетях фотографии мертвых морских животных, в том числе осьминогов, морских ежей и тюленей. Давайте еще раз их посмотрим. 4 октября, вонища жуткая, бухта безымянная. Тут просто вообще все завалено. Просто слоем в 20 сантиметров. Ой, боже, он такой большой. Я такого не видел у нас под водой ни разу. Не знаю, там на дне что-нибудь выжило вообще, нет? Просто катастрофа. Света такого непонятного. Вареная как будто, да. Вот эти манго, которые... Просто кладбище. Я не знаю, как вы, но я на это спокойно смотреть не могу уже какой день. Серферы стали бить тревогу, после них подключились журналисты, подключилась власть. Но в чем причина, мы до сих пор не знаем. Все называют абсолютно разные версии. Это и разлитые нефтепродукты от проходящего мимо танкера, и ракетное топливо, и из хранилища вот на Радыгинском военном полигоне. Или это утечка яда химикатов со склада на Козельском полигоне. И даже есть версии про свирепых медуз и отравленные водоросли. Я сама никогда не была на Камчатке. Я не видела Тихий океан. Но вот глядя на подобные кадры и фотографии, сердце сжимается и очень хочется как-то помочь Камчатскому краю. Но все, что я могу, хотя бы попытаться разобраться в причинах. Сегодня с нами будут океанологи, экологи, ветеринары. Про Иру так сказала, молодая девушка стоит за кадром. Ветеринары, серферы, власть и журналисты. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали об этой катастрофе, чтобы это не замялось и не потерялось в информационном потоке. Поэтому помогайте нам, делитесь ссылкой на эфир с вашими друзьями, родителями, бабушками, дедушками. Помогайте нам в распространении этой информации. За несколько дней мои мессенджеры взорвались от сообщений «помогите». В том числе мне начали писать мои популярные друзья и приятели. Они очень просили не молчать. И одним из первых видеообращений прислал Илья Лагутенко. Здравствуйте, меня зовут Илья Лагутенко. Я, конечно, не стопроцентный камчедал, хотя что-то неразрывно связывает. Дело в том, что со своей семьей мне довелось жить в детстве на Камчатке. У меня там есть дорогие мне мои верные старые друзья. Я пою песни о Камчатке. Я возвращаюсь со своей группой «Мумий тролль» давать концерты. К сожалению, шокирующие, получаю сводки с полей, как говорится, от своих друзей. Администратор нашей группы «Мумий тролль» по стечению обстоятельств находился как раз в отпуске на Камчатке. Первый мой вопрос на все плохие новости. Откуда? Почему? Кто? Вот, первые ответы. Что-то там вояки нахимичили. Это что надо было там нахимичить? И что там за вояки, против кого мы на Камчатке воюем? Вот. И вообще слишком много секретов, я так понимаю, в сегодняшнем мире. Если мы с этим не закончим, нам придется смириться, дорогие мои вояки, не вояки, секретчики, разведчики. Что и нам на этой планете не останется места, уж не говоря о наших детях. Можно им сказать прямо сейчас, что вам не останется. Мы не оставим вам, где жить. Для тех, кто только что к нам подключился, я напоминаю, мы сегодня в прямом эфире с разными включениями, экспертами, сюжетами. И сегодня мы говорим об экологической катастрофе на Камчатке. Мы не будем вас сегодня мучить рекламными роликами, поэтому по желанию вы можете сами поддержать наш эфир. Нажимайте на ссылку под видео, отправляйте донаты. Есть платные сообщения в чате, они помогут обратить наше внимание на ваше мнение.
Итак, экологическая проблема на Камчатке на самом деле появилась уже месяц назад. Именно тогда серферы впервые пожаловались на загрязненные воды в районе Халактырского пляжа. Он расположен в получасе езды от Петропавловска-Камчатского, и этот пляж считается одним из самых популярных мест для серфинга. Серферы из разных водных школ после очередного заплыва почувствовали недомогание. Им сильно резало глаза, першило в горле, у многих была тошнота и рвота. Из-за разницы во времени у нас в Камчатке плюс 9 часов, мы не можем вывести ребят в прямой эфир, там сейчас глубокая ночь, но сегодня утром я с ними поговорила. Давайте посмотрим, что же они рассказывают. Но есть. Где это вы находитесь? Север. Это ваша база какая-то, что это за штука такая? Да, мы тут находимся на океане, разбираем лагерь. И вот сегодня целый день разбирали. Немножко вот на заднем плане как раз все наши там. Я так понимаю, вы самые первые обнаружили проблему. Ну да, вообще там сложность-то как раз-таки в том, что, может быть, если бы не серферы, вообще бы мы и не узнали о том, что происходит, потому что по внешним признакам океан... Ну, нормальный. И то, что происходило с выбросом животных, с выбросом того, что там происходит, такое бывает, правда, после шторма, там и на Сахалине, и на Курилах, много где еще. Это называется там глубинный шторм, когда волны оголяют риф, а потом срывают, когда попадает пресная вода, это все случается. И до этого мы находили там, в том числе и нерп на берегу океана мертвых. Но вот знаете, чего не бывает из того, что я видел, что ежи морские, голые такие, не знаю. А, видели, и иголки, такие, когда от них отваливаются. Да, у них нет иголок, да. Вот такого я не встречал раньше. Во время шторма в любом случае выбрасывает каких-то животных, слабых или больных, но это никогда не происходит в таких количествах. А бухты были усеяны прям. Это было очень большое количество ежей, звезд, рыб, осьминогов, которых в целом местные говорят, что они не встречают их выброшенных на берег. Это глубоководное животное. А тут они есть, и они в большом количестве. Mm-hmm. То есть я ездила в бухту, и там прям лежат несколько тушек рядом. Когда погрузился, я был, честно говоря, шокирован. То, что я увидел, я даже не поверил, что я вообще в то место упал. До этого там была прозрачная вода, и было все красиво, много живности. Да, там ежа, рыбы, ламинария, моллюски. И тут я опускаюсь на дно, вижу мертвого ежа, тут же мертвые различные моллюски, вода непонятного цвета, и вода такая... Не живая, мертвая, можно сказать. Вот, мы видели животных в воде, ну, млекопитающих, какие-то кварги и нерпы, которые вели себя нетипично, они не ныряли под воду долгое время, а гребли просто вдоль берега. И ментально, ну, как бы визуально, если ты на них долго смотришь, и они постоянно с тобой контактируют в воде, потому что они всегда с нами. Mm-hmm. Ну, и это видно, что ей плохо, и она не ныряет в воду, потому что там как бы еще хуже. И старается грести к берегу. Ну, то есть, мы сидели в это время в воде, я был еще без перчаток, и я понял, что это после шторма как раз было, мы подумали, что все смоет, всю эту дрянь. Ну, как бы, у меня потом руки щипало, жгло, я, не знаю, в полчаса отмывал. И сейчас мы боимся за свое здоровье, здоровье детей, потому что в сентябре, например, у нас очень много детей ходило в воду, подростков. Какой бы мощный шторм не было, пена все равно будет белой. А в этот раз она была еще зелено-желтого отвратительного оттенка. Да, вот тогда уже как-то крались какие-то сомнения. И на следующий день пришли как раз результаты, первичные результаты анализа воды, да, то есть проб. И, естественно, для общественности была донесена информация о том, что в воде уровень нефтепродуктов превышен там более чем в 4 раза, а также фенола там, в 2,5 раза.
И тогда стало понятно абсолютно, то есть все факты сошлись. То есть стало понятно, что это было не пищевое отравление, стало понятно, какая причина рези в глазах, вот этой пелены в глазах, да, потери зрения, что вот теперь нужно бить тревогу. После ожога какое-то время был сильный дискомфорт, несколько дней, там, курсы не пищевые глаза, резь, но мне выписали лечение, и мне это все помогает, и стараюсь немного легче. А чем лечат? Я не помню название, но это капли с антибиотиком и глазная мазь. А, и это надо ежедневно вот это все капать и протирать, да? Это нужно на каждые 3 часа. И я иногда по ночам просыпаюсь, чтобы это делать, потому что сухость в глазах мешает спать. Ужас какой-то. То есть настолько, что не закрываются глаза, что ли, даже? Как это? Нет, они закрываются, просто ты ночью в какой-то момент просыпаешься за дискомфорт. И было похоже, как если бы вот в шаговой доступности кто-то перцово-газовый баллончик распылил. Естественно, никого не было. Естественно, было принято решение мгновенно покинуть пляж, увели детей подальше от береговой линии. Да, и вот в тот момент мы приняли решение просто прервать прививочный процесс, да, а покинуть именно пляж, да, уехать подальше от океана. Вот видите, как по кладбищу идешь. Вот осьминог огромный такой. Я такого не видел у нас под водой ни разу. Поскольку я уже занимаюсь дайвингом больше 10 лет, я такого не видел. И штормом выбить из-под камней осьминога крупного практически невозможно. Он сидит так крепко, у него норы свои, там уже ежа там выбить со дна, там он тоже крепится. Моллюск на камнях, который живет там. Он тоже так держится хорошо. Ну, там, одного-двух, там, инч, там, может быть, да. Так вот, чтобы массово так. Что-то повлияло, что сейчас вот выясняем, пробуя все эти, ушли в Москву, что сейчас скажут нам ученые. Тут просто вообще все завалено морской живностью. Не знаю, там на дне что-нибудь выжило вообще, нет? Просто слоем 20 сантиметров. 2 дня назад, по-моему, собрали там около 250 килограмм веществ, ну, всех вот доказательств, там, осьминогов. Но это не мы собирали, это себя, ну, правительство. Да. Вот, отправили, сегодня сказали, что, ну, все нормально, это как бы просто штормом так вынесло их. А вы в это верите? Ну, я в первую очередь верю своим глазам и верю своему телу и, ну, своим ощущениям. И своему опыту, я живу на океане уже 15 лет. И такого не было никогда. Ой, боже, он такой большой. Тут просто кладбище. Очень круто, да, что все подключились, что массово все репостят, и интерес очень большой. Вчера у нас была на пляже прокуратура. Угу. Сегодня приехали скорая помощь и проверяла наши глаза. В общем, классно, что с помощью общества... Вообще, это классный прецедент в том плане, что с помощью общественного резонанса начинает что-то двигаться и, там, и вращаться. Может быть, все что угодно. Там, начиная от того, что военные что-то слили и, да, и там как-то под свою протекцию это взяли, и никто никогда в жизни это не узнает. Может быть, что это бактерии, и мы просто как бы все факты, ну, совпали все факты, и мы, в общем, да, тут забили тревогу. А может быть, и там еще есть одна версия, это про полигон. Несмотря на военное слово полигон, он не имеет отношения к военным. Полигон ядохимикатов, который вроде как находится у нас на Козельском вулкане, с которого как раз-таки берут начало все те речки, которые видны на снимках Greenpeace. Органы очень много разговаривают, очень много сочувствуют, но по факту какой-то существенной помощи никто из нас пока не почувствовал. А даже чтобы выбить обычное заключение врачей, нам пришлось приложить неимоверное количество усилий, и до сих пор это не произошло. Мы сейчас ходили в платные клиники, дали платные анализы, все делали сами и за свой счет. А пытались как сделать? Расскажите, почему не получилось? Что это? Вы пытались как? К бесплатному врачу сходить? Мы приходили в городскую краевую больницу. Говорили, что у нас острая резь в глазах. Нас отправляли на 4 часа ожидания, регистратуру, чтобы завести карточку. И в итоге офтальмолог уходил, и обращаться нам было некому.
И только после этого, когда они начали в соцсетях об этом говорить, на пляж приехала машина скорой помощи, нам посветили фонариком в глаза, сказали, что все хорошо, провели внешний осмотр, признаков отравления нет, с глазами все в порядке, и уехали. Многие связывают это с постом Юры Дудя. Ну, в целом, как Келли Слейтер даже. Знаете, 11-кратный чемпион мира Келли Слейтер, звезда мирового уровня, репостнул у себя пост Юрия Дудя. Да, конечно, в том числе он, ну да, многие. Все бьют тревогу. Все, знаете, когда это все начало происходить, мы не обладали всеми фактами для того, чтобы там сделать какое-то заявление или комментарий. Ну, мы школа серфинга, у нас много учеников, все ждут от нас какого-то, ну, чего-то. А мы молчим, потому что не знаем, что по факту, и ждем, что будет что-то, ну, больше фактов, чтобы что-то заявить. Но вот многие очень блогеры ничего не ждут, а сразу бьют тревогу. Наверное, это нам поначалу кажется со стороны очень странным, но в итоге, когда видим реакцию, общественный резонанс, сразу реакцию властей, прокуратуры и так далее, это очень круто, да, что мы заставляем вращаться все эти шестеренки. Вот бы у нас так было и с политикой, да, но ладно, это посмотрим там дальше. Вам вот внутри там в океане можно понять как-то масштаб бедствия по расстоянию, да, на сколько это километров ушло? Ну, это сильно большой участок, здесь надо какие-то средства выделять, чтобы на большие расстояния катера уходить, обныривать все это. Надо уже, нужно, чтобы власти подключались, как бы у нас таких ресурсов нет, чтобы бегать. Мы постараемся уходить подальше сейчас, смотреть. Мы планируем через недельку пойти чуть-чуть на юг подальше и посмотреть, как там в других группах там дела обстоят. Ну, а вы сами к какой версии склоняете больше всего? Какая-то химия, скорее всего. Ох, друзья мои, мы в прямом эфире. Только что мы послушали серферов. И, кстати, ребята, вот там были Дима и Майя, они приехали вообще тренироваться. Это члены олимпийской сборной России по серфингу. И в самые крутые волны, как они мне жаловались, случилось вот то самое заражение глаз и всего остального, о чем ребята говорят. Ну да ладно, будем разбираться в причинах. У меня появилась первая гостья, тот самый ветеран ветеринарного движения. Это Ирина Суворова, врач-ветеринар, специалист по морским млекопитающим. Ириш, первое, что хочу, мы только что посмотрели, ребята долго рассказывают про поведение животных, да, вот в сегодняшнем состоянии. Вот то количество млекопитающих, которых сегодня вот выкинуло на берег, это нормально при шторме? Или это слишком много? Ну, Ириш, смотри, из млекопитающих выкинуло нескольких тюленей, а все остальные животные, которых выкинуло, их выкинуло действительно очень много, но это в основном донные беспозвоночные животные, то есть морские ежи, морские звезды, осьминоги, большое количество моллюсков. И, собственно говоря, нет, это однозначно не нормально. Собственно говоря, сегодня работники Камчатского заповедника уже дали свою оценку по Авачинской бухте. То есть с их точки зрения, я, к сожалению, не знаю, какая площадь дна была исследована, да, но по тому сообщению, которое есть сегодня, порядка 95% донной фауны было уничтожено. Они говорят, что это на глубинах от 10 до 15 метров. Вот эта массовая гибель, собственно, наблюдается. Вот. Ну, как то бы... То есть это, ну, это точно это не нормально. Да, это точно ненормально. Точно мы можем говорить о том, что какой-то токсин имеет место быть, какое-то отравление, какой природы. Ну, как бы до получения каких-то официальных данных говорить сложно. Потому что те значения по нефтепродуктам, которые были получены в первые дни, то есть это там 3,6, если я не ошибаюсь, или 4 раза превышение предельно допустимых концентраций, конечно, это не привело бы к таким последствиям, которые мы видим сейчас. А вот что касается млекопитающих, собственно, да. Вот ребята тоже рассказывают, что как-то тюлени, они себя, ну вот, не так ведут, как обычно. Слушай, ну это да, это абсолютно адекватно в той ситуации, в которой мы есть, потому что если у человека есть ожог роговицы, то животные страдают точно так же и страдают еще больше, потому что они, в отличие от человека, постоянно находятся в воде, именно поэтому животные сейчас стараются не заныривать. И да, как бы они испытывают сильнейший дискомфорт, и это большая проблема. Угу.
Давай немножечко пройдемся по вот тем ну, причинам, якобы, которые нам называют. То есть это точно не нефть, по-твоему? Или... Смотри, что я могу сказать по поводу того, нефть это или не нефть? Во-первых, мы, да, имеем результат анализов по нефтепродуктам. Превышение в 4 раза – это точно не нефть. То есть если бы у нас был разлив нефти, то, естественно, ПДК были бы гораздо выше. Это раз. Два – то, что мы видим, что гибнут в первую очередь донные обитатели. При разливах нефти, то есть, ну вот за историю, да, есть две такие суперкрупные катастрофы. Это 89-й год Аляска. И Мексика. Да, и, соответственно, 2010-й год Мексика. Пострадало огромное количество птиц. Пострадала, ну, потому что перьевой покров, соответственно, загрязняется нефтью. Птицы потому просто... что нефть на поверхности. Да, нефть на поверхности, соответственно, как бы загрязняется перо, птица просто не может летать и погибает. Вот. Погибло, если мы говорим о Аляске, я думаю, что, наверное, этот случай нам имеет смысл в большей степени рассматривать, потому что по климатическим характеристикам, ну, все-таки Камчатка ближе к Аляске, да, чем к Мексике, к сожалению, может. Так. Вот, соответственно, погибло порядка 300 тюленей, 22 касаток и почти 3000 каланов. Каланы тогда это... на Аляске. Да, да, тогда на Аляске. Каланы — это морские выдры. И я сейчас очень пристально вообще смотрю за тем, что происходит на Камчатке, сторис ребят местных, которые рассказывают, что там происходит. Так вот, уже когда ехала к вам, ребята рассказывали, что проходили на лодке по бухтам и наблюдали некое какое-то коричневое пятно, которое, соответственно, двигается к югу, и неподалеку от этого пятна видели, соответственно, калана, который вел себя достаточно обычно. Поэтому, с моей точки зрения, если бы это был разлив нефти, каланы были бы первые, кто пострадали. Естественно, они бы не вели себя обычно, потому что калан — это очень небольшое животное, и у него очень густой плотный мех, который защищает его от холодной воды. И если на мех попадает нефть, то просто нарушаются теплоизоляционные свойства этого меха, и просто животное замерзает, то есть происходит гипертермия. Вот. Соответственно, такого не наблюдается. Поэтому я могу все-таки с уверенностью сказать, да, что это не нефть. По той фауне, что сейчас поражена, да, страдает, это не нефть. Вот есть еще версия, что это якобы ракетное топливо. Вот я же не знаю, занималась ли ты когда-нибудь вот то, что травили значит, у нас ракетным топливом, но тем не менее можно предположить это? И смотри, по поводу ракетного топлива не скажу, потому что нужно понимать все-таки его не только химические, но и физические свойства. То есть как бы оседает ли оно на дне, либо наоборот, да, как бы держится в... наверху, да, то есть оно легче воды. Я вот эти моменты не знаю, поэтому прокомментировать честно не могу. Я думаю, что ребята, наверное, экологи смогут больше комментариев дать по этому поводу. Вот. Но в любом случае, ты знаешь, меня удивляет то, что все-таки у нас пострадали именно донные обитатели. С моей точки зрения, либо как бы то вещество, которое является токсическим агентом, быстро опустилась на дно, да? Либо вообще, в принципе, утечка токсического вещества шла по дну. Ну, то есть это, опять же, гидрогеологи, то есть какие подземные течения, там все остальное, какие-то сейсмическое, может быть, активность. Есть такая версия, которая, в принципе, тоже не стоит, с моей точки зрения, сбрасывать со счетов. Я думаю, что как бы специалисты в этом плане прокомментируют лучше. Но по факту, да, мы видим, что страдают в основном животные, которые обитают на дне. То есть более того, как все видели видео, да, где куча донных там морских звезд, все остальное, рыба буквально единичная. И та рыба, которая есть, это донная рыба. То есть это камбала, какие-то бычки, что-то еще, но рыба, которая обитает в толще воды, выброшенной не было. Ребята же серферы мне рассказывали, что они услышали такую версию про то, что «Ой, да вас пожалили медузы». Это вот шторм и какой-то наплыв этих медуз. Вообще, какое количество должно быть медуз, чтобы вот такая была реакция у человека? Мы бы их увидели вместе с несчастными осьминогами и морскими звездами. Поэтому версия медуз, мне кажется, не выдерживает вообще никакой критики. Это смешно. Версия про водоросли.
Слушай, ну, версия про водоросли, она достаточно интересная, и в целом, как бы, на Дальнем Востоке, в частности, на Камчатке, имеют место быть такие вещи, как красные приливы. Это когда в большом количестве размножаются водоросли, динофлагелляты, которые окрашивают воду как в красный, но на самом деле не обязательно в красный, и в желтый, и в бурый, и в зеленоватый цвет. Также есть еще сине-зеленые водоросли, обильное цветение, размножение которых тоже сопровождается токсическим эффектом. Но тут смотри, какая история. Эти водоросли поедают донные обитатели и накапливают в себе. То есть для моллюсков, которые поедают эти водоросли и накапливают в себе эти токсины, а это бревитоксин, сакситоксин, домоевая кислота и там некоторые другие, они не опасны. То есть эти животные доны, да, они просто аккумулируют. А уже когда этих животных поедают те же морские млекопитающие, или человек, ну, вообще позвоночный, в принципе, угу. да, то есть для них накопленные в моллюсках токсины становятся уже фатальными и могут вызвать серьезные отравления вплоть до летального исхода, как бы это зафиксировано, и в том числе на Дальнем Востоке, и очень активно с точки зрения морских млекопитающих это явление исследуется во Флориде, то есть... Такое бывает. Я задам тебе последний вопрос. Скажи мне по поводу проб. 250 килограммов проб да. привезли в Москву. Я надеюсь, что среди них есть животные и какие-то рыбы и морепродукты, будем так говорить. А сколько нужно времени вот на угу. пробу, чтобы когда берется проба, вот... У морских... Ну, на самом деле, как бы это зависит от того, на какие исследования мы проводим, но в целом 1-2-3 дня достаточно для того, чтобы получить результаты. То есть, по сути, мы должны уже знать результат. Да, да, конечно. Почему-то до сих пор не знаем. Друзья, мы в прямом эфире, и я хочу вам показать еще одно сообщение, которое мне прислала моя любимая подруга Лолита Милявская, певица. Об этой очередной для нашей страны экологической катастрофы, катастрофы с большой буквы, и еще одной большой буквы, я узнала от своего близкого друга Игоря Гуляева, который мне позвонил и сказал, ты видела этот ужас, и прислал фотографии горы трупов. Я не верю в то, что власти будут с этим справляться. Я верю в то, что они будут заминать и рассказывать, что ничего, собственно, существенного не произошло. Все нормально. Пару трупиков выбросило на берег. Я больше верю в то, что опять, как защищая одну из гор, сплотятся люди, которые не захотят ада для своих детей. Если бы была доказана реинкарнация, а лучше в нее все-таки верить, я бы верила в то, что какой-нибудь из чиновников может представить себя выброшенным на берег отравленным осьминогом, который только что оставил потомство, да и потомство погибло в страшных муках. Вот тогда, чувствуя себя подохшим осьминогом, может быть, наша власть сделала что-нибудь. Друзья, у меня в эфире новые гости, которые помогают нам разобраться в ситуации. Это Елена Сакирко, руководитель энергетической программы Greenpeace. Лена работала, мне кажется, вот во всех экспедициях. В Норильске вы были. Да. Мексикой занимались? Нет, Мексикой не занимались, но в курсе. Да, и с нами, собственно, Георгий Каванасян, Жора, гидрогеолог, эколог, автор YouTube-канала «Экологика», человек, который проделал собственный путь и нам рассказал о всех причинах разлива в Норильске. Будем разбираться. В общем, ребят, вчера... Я просто вот рассказываю то, что меня поразило. Министр природы и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что не считает катастрофы, произошедшей на Камчатке. Я процитирую. «Вы спросили, каков масштаб катастрофы? Для нас масштаба катастрофы нет. Ни один человек не погиб, ни один человек не пострадал. Я разговаривал с ребятами, 8 серферов получили, как пишут, ожог роговицы глаза, но это на самом деле каплями, растворами лечится. Это не такой сильный ожог», сказал Дмитрий Николаевич. Я вот хочу задать экологам вопрос. Для вас это катастрофа или нет? Ну, для нас это однозначно. Это большая экологическая катастрофа, которая сейчас происходит на Камчатке. И мне, конечно,
честно говоря, очень странно слышать слова, что ни один человек не пострадал после того, как мы с середины сентября примерно, ну, получаем очень много сообщений, в том числе от людей из Камчатки с просьбой помочь, и о том, что люди после контакта с водой обращаются к врачу. И сейчас я знаю, что местные серферы, ребята, собирают информацию еще о количестве обращений и о том, ну, да-да-да, что, они прям всем, да, всех настаивают, у кого были какие признаки, обращайтесь к врачам. Ну, вот вы уже говорили о том, ну, сами ребята подключались в эфир и рассказывали о том, что там происходит. Ну, то есть я это не считаю, по масштабу, что это катастрофа. Да, это то, что как на людей это отражается. Но дело в том, что мы до сих пор даже не знаем, как бы, что является до конца, мы не знаем, что является источником загрязнения, хотя уже, вот сейчас уже начало октября, и, возможно, загрязнение продолжается до сих пор. То есть у нас нет точных данных о том, откуда оно идет, какой масштаб, как мы будем ликвидировать источник загрязнения, как восстанавливать природу. То есть это вот очень сильно беспокоит. И плюс то, что на берегу найдено большое количество мертвых морских животных, это, ну, на протяжении, насколько я знаю, там примерно 40-50 километров вот, находили ребята, морские организмы, причем которые выносило с дна. Угу. Это говорит о поражении просто большого объема воды, и не о том, что там просто на поверхности что-то разлилось. Жор, по-твоему, вот как себя вода ведет? Это вот то, что там находит желтую пену, да, или там как-то вот океан, тут какое-то там желтое пятно. Это катастрофа или это обычное дело, но всякое бывает в океане? Ну, продолжаю. Сначала на первый вопрос можно, да, отвечу? Да, давай, давай. Все очень сильно зависит от того, в какой системе координат мы рассуждаем. Есть так называемая антропоцентричная система, когда так, человек во главе, когда человек — это ценность самая главная. Да? И если рассматриваем все, что происходит с окружающей средой по отношению к человеку, то можно сказать, как сказал Дмитрий Кобылкин, что никакой катастрофы не произошло. Мы же рассматриваем биогеоценоз как ценность. То есть это совокупность всех организмов, окружающей среды и так далее, и так далее. И для нее, конечно, мы говорим, что это катастрофа сегодня. Вот. А по поводу поведения воды, ну, так ведут себя растворы с разной плотностью, с разными химическими свойствами. То есть мы говорим, что что-то есть, какой-то агент токсичный 100% есть, его видно со спутника, видно со всех фотографий. И что это, на это ответят только химические анализы. Джор, ты же проводишь свое расследование по этому поводу. Так, точно. Ты уже как бы взял пробы воды? Да, у меня завтра утром прилетают пробы, и завтра я прям сажусь в лабораторию с самого утра и до самого вечера, пока не найду, не вылезу. Вот можешь немного описать, как это происходит? На что ты... Вот у тебя есть вода, что с ней делать? Ну, сначала, вот сейчас, на данный момент, у меня есть несколько версий основных. Все, что было озвучено, и все, что лично мне кажется возможным. Вот, и я буду их потихонечку отметать по одной. То есть сначала я сделаю там, вот последняя версия, которую я слышал, это просто эвтрофикация. То есть это вот это пятно, да, которое, это развитие водорослей. Вот, которые, ну, это достаточно стандартно, я специалист там по рекам, это достаточно стандартное явление, я его очень быстро смогу либо подтвердить, либо опровергнуть, сделав анализы на биогены, на фосфаты, на аммонийный азот там, и так далее. Это я сделаю в первую очередь, потом я посмотрю растворенный кислород, ну и так далее. То есть я буду по одной версии отметать, пока не приду к этому. Можно считать, что как будто это действие криминалиста, только это вот экологическое расследование. Но такой сколько, жанр. Сколько на это нужно времени? Ну, некоторые анализы я физически не смогу сделать. То есть я смогу только часть завтра сделать. У тебя нет такого профессионального оборудования? Да, у меня нет такого профессионального оборудования, оно стоит очень много. Но вот если я отношу денег, эту я воду отдам, в лабораторию? Да, я отдам в лаборатории, в аккредитованные, там у меня нет масс-спектрографа, да, он стоит конских денег, скажем. Вот, ну, вот все будет зависеть от них в большей степени. Все анализы, которые я могу, я сделаю завтра. Тебе не странно, что такое количество времени, уже несколько дней прошло, а нам ничего не говорят? Ну, в принципе, говорят. То есть у нас есть первичный анализ. Это тоже почва для размышлений. Вот когда я рассматриваю... Но ты имеешь в виду про фенолы? Да-да-да. Вот... Нет, я понимаю, ну, я прекрасно понимаю, что от этого такого замора там, морских млекопитающих, беспозвоночных, просто быть не может.
Потому что, может быть, совсем. Они вообще не умирают от нефтепродуктов. Они умирают только, если контактируют с поверхностным слоем, если очень большая концентрация, и они просто задыхаются. У них наступает гипоксия, потому что вместо воздуха они заглатывают пары нефтепродуктов. Вот, вот из-за этого они умирают. Да, нефтепродукты могут привести в дальнейшем там, к изменению генома, к ослаблению иммунной системы, к большим мутациям следующих поколений. Как, кстати, в Мексиканском заливе было там сельдь, это там чуть чуть ли не до 30% всей ну, новых поколений рождалось с какими-то генными отклонениями, с мутациями. Угу. То есть это да, но мгновенной такой массовой смерти просто быть не может. Фенол, ну, абсолютно то же самое. Елена, а в принципе, вот если как бы уже все, вот я у кого спрашиваю, мы отдали эту воду на пробу, Я все время говорю, ну сколько уже дней прошло, почему толком, ну вот вы уже знаете все причины. Возможно вот так быстро выявить? Или действительно мы должны месяцок подождать? Нет, ну месяцок, наверное, это слишком много. На самом деле это действительно очень сильно зависит от того, на какое, ну, на какие вещества мы делаем исследования. И ну, вот я могу просто рассказать, что по опыту экспедиции в Норильск, да, где мы тоже брали пробы и там, еле вывезли их оттуда, да, из опозданием, к сожалению. Вот, там ну, зависит от условий лаборатории. То есть мы там где-то около 5 дней делали. Нам, по-моему, 5-6 дней занял анализ. Но я думаю, что это может происходить и быстрее. То есть там, например, если речь идет о почве, там, о донных отложениях, там нужно иногда просто, чтобы это все высохло, прежде чем анализировать на что-то. Вот, воду можно быстрее проанализировать, воду можно сделать в течение одного дня. Вот, насколько я знаю. Занимаемся. Давайте сейчас посмотрим. Mm-hmm. Как раз я сегодня с утра пообщалась с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Давайте посмотрим официальную версию, вот что на сегодняшний момент известно и почему ничего не известно. Владимир Викторович, ну, для начала давайте расскажем, есть ли что-то новенькое к этому часу. Ну, из нового, что у нас продолжается интенсивная работа по поиску причин того загрязнения, которое у нас на Камчатке происходит. Основные версии, которые сейчас ученые выдвигают, сводятся либо к техногенным токсинам, к разливу неких продуктов. Больше всего озабоченности вызывает река Налычева и полигон Козельский. Это полигон ядохимикатов, который находится в том районе. Тем не менее, мы до сих пор не можем само вещество обнаружить. Все анализы, которые на сегодняшний день сделаны, не показывают превышения предельно допустимой концентрации каких-либо веществ. 5 октября 2020 года. Правый приток реки Налычева. Наблюдаем вот такие отложения на дне. Ядовито-зеленого, желтого цвета, ярко-коричневые. Масляного. Масляные, причем в огромном количестве. Ну вот я почитала ваш инстаграм и комментарии к нему, и самая основная претензия людей – почему так долго? Давайте как-то ответим вам на это. Потому что мы столкнулись со сложным явлением. Если, не дай бог, происходит разлив нефти, понятно, что нужно ее ограждать и собирать. Мы не понимаем, с чем мы столкнулись. И внешне океан выглядит абсолютно как всегда. Нет никаких признаков загрязнений. И это осложняет работу, потому что, во-первых, это не должно успокаивать, потому что проблема-то все равно есть. Но мы ее не видим, мы ее не можем установить. Все завалено дохлыми морскими ежами. Вон сколько. Подскажите, брались ли на пробу животные, вот мертвые? Ну, смотрите, мы говорим о том, что основные животные – это морские ежи и звезды, то есть это небольшие организмы, моллюски, которые, как правило, уже находятся либо в полуразложившемся состоянии, либо в погибшем, это уже скелеты. Вот. Брались моллюски со дна, пробы брались, вот. Пока они не дают содержания каких-либо токсинов. 250 килограммов проб отправились в Москву, правильно я понимаю? В воскресенье не отправились, но при этом мы ежедневно собираем пробы с десятка мест акватории. Это сейчас целый уже организованный процесс. И у нас две основные линии, по которым ведется анализ. Это Роспотребнадзор
и Российской академии наук. Роспотребнадзор делает анализы у нас здесь, на Камчатке, во Владивостоке и в Москве. А Российская академия наук делает в Москве и во Владивостоке. И я сейчас буду планировать тоже с учеными привлечение и зарубежных коллег тоже, для того, чтобы нам определить настоящую, достоверную причину происходящего. Могу ли я спросить, вы верите в независимость этих лабораторий и то, что результаты реальные не скрывают от нас? Я абсолютно верю в то, что их невозможно фальсифицировать, потому что мы слишком широкую сеть задействовали, и мы специально перекрестно отправляем. Я не представляю себе, как можно организовать работу таким образом, чтобы фальсифицировать их работу. Все прозрачно, открыто и доступно для каждого желающего. Не, ну как прозрачно? Где мне посмотреть эти результаты? Мне, вот жителю Камчатки, Российской Федерации, как их увидеть? Вот это прозрачное? У нас создан информационный центр «Ямы Тихий океан». Там идут брифинги. Все специалисты докладывают по результатам. Роспотребнадзор, МЧС, эти самые гидромет, ученые гидрологи и так далее. Все это транслируется в телеграм-канал, все данные сразу публичны. Я провожу брифинги там не менее одного раза в день. Ну, вот вся информация публична и доступна. Сегодня с утра выехали на Халактырский пляж со всеми ответственными структурами. Океан прямо за мной. Вам не кажется странным, как это сейчас выглядит со стороны? Как мне серферы говорят, это уже месяц существует ситуация. Ну, предположим, активно ей стали заниматься последнюю неделю, да? А как бы и получается, что Минприроды отнекивается, и получается, что какое-то чудо чудесное, и в анализах мы ничего найти не можем. Ну, как бы это какое-то инопланетяне захватили Тихий океан. Ну, просто... Жизнь часто сложнее, чем нам того хочется. Ситуация действительно сложная, и она сложна тем, что мы не видим внешних проявлений этого загрязнения. Их нет сейчас. Если вы сейчас приедете на пляж, я специально на пляже прямо провожу встречи, чтобы не в кабинете мы общались, а там на месте. Мы видим, что там ничего нет, все тихо и спокойно. Вот. При этом, еще раз повторю, что нам нужно докопаться до правды. Есть проблемы, что каждый из ведомств действует в рамках своих полномочий. Там, Росприроднадзор оценил там, состояние того, что к ним относится. Роспотребнадзор — влияние на здоровье человека. МЧС — угрозы там, тоже чрезвычайной ситуации. И в итоге каждый отчитался, ничего не найдено. В этой ситуации я что должен сделать? Какой вывод? Все в порядке, закрываем историю. Живем дальше. Либо все снимают с себя ответственность и не хотят быть виноватыми. Нет. Да нет, вот я понимаю, что у нас, к сожалению, доверие к государству очень низкое. Вот я и стараюсь его как-то, ну, не буду громко говорить, восстановить, но, по крайней мере, понимая, что доверие низкое, веду работу, согласитесь, в несколько нестандартном коммуникационном ключе. Вот. И именно это единственный залог того, чтобы сказать, что мы действительно ничего не можем найти. Если вы можете найти, приезжайте и найдите. Вот я сегодня там буду встречаться с Гринписом, обсуждать, что они нашли. Все ролики Гринпис мы тоже собираем и тоже в информационное поле у себя выкладываем в телеграм-канал. Пожалуйста, если они найдут, я буду чрезвычайно благодарен кому угодно. Я сейчас зарубежных ученых говорю, давайте, помогите нам найти. Сделайте версию, найдите этот токсин. Дайте нам алгоритм, как мы его можем найти. Его нет, этого алгоритма. Есть следствие, которое мы видим в виде падения животных падежа, в виде дискомфорта там, физического людей, которые долгое время пребывают в воде. Есть факт. А от причины его мы не можем установить. Проходит время, я согласен. Но послушайте, я же действительно не понимаю ничего про мировой океан, кроме того, что я здесь живу, и мне нравится наблюдать, наслаждаться этим видом. Я не знаю, как... Я первый раз ко мне рассказали версию, что водоросли отравили океан. Я честно скажу, сказал, вы издеваетесь надо мной? Водоросли отравили океан, и морские животные выбросились на берег. Ну, еще расскажите про инопланетян. Но выясняется, что это вполне правдоподобная версия, и что такие явления уже были в истории. Как не смешно это звучит на первый взгляд. Я просто к тому, что жизнь и явления, которые происходят в природе, они гораздо более сложные, чем иногда нам кажется. И решения тоже более сложные, чем хочется нам найти. К сожалению, мы не видим этот пожар. Нам нечего тушить сейчас. Нам нужно потушить пожар, но мы его не видим. И мы пытаемся его найти.
Еще одна претензия к тому, что почему это серферы узнают об этом раньше, чем какая-то мониторинговая служба, да, по экологии края? С этим я абсолютно согласен. И это был мой первый вывод, и я с этой инициативой выхожу. Ну, единственное, это полномочия федеральных органов власти. Вот. Но я буду выходить, вернее, уже вышел с инициативы по созданию единой системы мониторинга. Это, конечно, ненормально, что мы опираемся в принятии решений на разовые обращения конкретных людей. Нам нужно создать единую платформу, в которой все космоснимки, данные беспилотников, датчики гидромета, датчики Роспотребнадзора, мониторинг МЧС и обращения граждан с геотегами и с временем фиксации будут собраны на одну платформу. Мы там до этого собирали обращения, где там яма на дороге, или плохо убирают в подъезде, или еще что-то. Вот там сделать специальную вкладку «Обращение по экологической тематике». Любой человек может там подать свое заявление и свои там фотографии. Очевидно, что на Камчатке десятилетиями воспринималось, что это край земли, на котором можно выполнить государственную задачу и потом закопать все остатки в землю, и все, и уехать. И нам предстоит менять этот подход, идентифицировать эти объекты и делать проект их рекультивации. Это второе направление, очевидно, мы будем им заниматься. Есть еще очень хорошая фраза, что мы получаем историческое наследие от наших предков, а природу берем взаймы у потомков. Mm-hmm. Вот мне очень важно, чтобы мы у потомков не брали слишком много взаймы того, что не сможем вернуть. Я хочу у ребят спросить, Жора, вообще такое возможно, что мы куча лабораторий, берем эти пробы, смотрим, а они ничего не показывают? Ничего нет. Ну так говорит мне. Можем, значит, не то смотрим. Надо смотреть просто то. Не на то проверяем? Вполне возможно. Вполне возможно, там, сейчас есть там 6 основных версий, а завтра появится 7-я, которая будет справедливой. Угу. То есть мы не застрахованы. Ну, в этом смысле все, что сказал Губернатор. Да, это все справедливо. То есть сложная проблема действительно, и определить сложно. Потому что сейчас на всех кухнях, на всех кафедрах, во всех институтах это обсуждают и ломают копья. Один там за версию с вулканизмом, второй за версию с ракетным топливом. Просто я к тому, что у нас столько уже причин названы, а мы не на то смотрим, что ли? Я вот хотела добавить, на самом деле, действительно, много правильного было сказано про менять подходы, и потому что мы, ну, что в этой истории, как и в истории с Норильском и в других авариях, которые сейчас все чаще и чаще происходят, поражает то, что мы как бы работаем по сигналу о бедствии. То есть что-то случается, и мы едем, ну, как бы, я имею в виду нас как страну, да, то есть вот правительство реагирует, когда что-то случается. Очень хочется, чтобы мы работали на предупреждение аварий, чтобы появлялись, чтобы у нас как-то, ну, изменилось, в принципе, подход вот к хранению каких-то особо опасных отходов, к вообще к энергетической политике, да, в нашей и главное, стране. Чтобы мы как-то и чтобы предотвращали, а не исправляли. Да, чтобы мы предотвращали. Поэтому действительно это очень непросто это исправить, но это нужно делать как можно раньше, потому что мы сейчас действительно взяли слишком много взаймы у будущих поколений. И сейчас вот поэтому мы предлагаем очень активно, ну, правительству и вообще всем поддержать зеленый курс, который мы разработали совместно с экспертами вот в начале сентября для России. Ну, то есть зеленый курс России, где есть предложения по конкретные предложения по каждому сектору экономики, где, ну, вот, что нам стоит поменять, и система обращения там, с отходами, и переходить на возобновляемые источники энергии, и вообще усиливать экологический мониторинг и контроль за тем, что происходит. Вот, потому что сейчас на самом деле природоохранные ведомства, они тоже работают скорее по сигналу о бедствии, а не, ну, не ведется полноценный мониторинг того, что происходит. Там не хватает, не знаю, пунктов наблюдения за какими-то объектами, которые расположены на таких особенно там ценных территориях, как Камчатка и там, не знаю, другие уникальные совершенно в мире места. Угу.
почти 9 человек, почти 9 тысяч человек. Слава богу, не 9. Почти 9 тысяч человек нас сейчас смотрят в эфире. Спасибо вам, друзья. Я напоминаю, что мы в прямом эфире. Вы можете помогать нашему эфиру донатами. Ссылка внизу под видео. Вы можете писать платные сообщения в чат. Мы обязательно все прочитаем. Спасибо всем, кто это уже делает. И к нам приходят видеообращение от моих друзей-звезд и Лисяну Тяшева, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущий у нас тоже на связи. Всем привет, с вами я, Лисяна Тяшева. Узнала о этой страшной катастрофе на Камчатке из социальных сетей. Первое, о чем я подумала, что а, это страшный сон, а б, это начало конца света. Честно скажу, мне очень страшно. Мне страшно за моих детей. Мне страшно за ваших детей, мне страшно за будущее, мне страшно, какой дождь польется спустя там уже вот месяц, вот сейчас. И ситуация не произошла где-то там на Марсе. Если мы сидим в удобных своих квартирах, это не означает, что нас это не коснется. Это наша Камчатка, это наша планета, и на которой нам жить. И у меня такое ощущение, что она явно пошлет нас с вами на 3 буквы. Нас также с вами выбросит со дна. Эта беда нуждается в быстрых решениях, максимальной огласке. Вот что, собственно, мы сегодня можем сделать. Короче, ямы и Тихий океан. Я сейчас хочу обратиться к Павлу Евгеньевичу Фелькенгауру, военному обозревателю «Новой газеты», кандидат биологических наук. Он давно у нас на связи. А мне очень хочется у него спросить. Павел Евгеньевич, слышите нас? Да, слышу. Спасибо вам огромное, что дождались. Мы вот кучу версий уже пытаемся понять. Мне интересно, вот вы как военный обозреватель, ракетное топливо может вот так сказываться на человеке? Вот такую реакцию давать? Да, это довольно-таки сразу приходит на именно, что это может быть гептил. Асимметричный диметилгидразин. Это очень паршивая очень штука, которая широко использовалась в советском ВПК, но и в нашем теперь тоже, так называемые двигатели академика Глушко. И большие ракеты, и маленькие ракеты, и средние ракеты, всякие там зенитные, противокорабельные, межконтинентальные летали на этом штуке. Она ядовитая, она канцерогенная, и она в действительности разлагается в воде, гидролиз проходит. Но потом продукты распада еще бывают более ядовитыми, чем исходное вещество. И главное, что потом искать нужно не, собственно, сам гептил, а продукты его гидролиза и распада. Вот куда, как он мог попасть? Вот, были утечки в Белом море. Потом их там находили, от них следы даже давно потом в отложениях ила. Здесь, значит, опять же, там есть вроде полигон, где хранится жидкое топливо, но как оно попало в океан, непонятно. Если это по речке какой-то ядохимикаты стекли, то тогда эта речка, чтобы заразить целый океан, что называется, значительную его часть, должна такой концентрации было нести этих ядохимикатов, что это было бы невозможно не обнаружить. Mm-hmm. Их там просто было бы очень много. Потому что речка не очень большая, не Волга. Значит, что это могло быть? Там вроде бы источник, скорее всего, может, даже не на берегу, а на дне. Могли утопить, например, военную ракету для подводной лодки баллистическую при перевозке, потому что их перевозят вместе с гептилом. Их не их заправляют в Красноярске, потом везут на Тихий океан, потом ставят на подводные лодки. И назад тоже так же. Она ампульная. А могли уронить ее туда и утопить давно, не знаю, хоть 10 лет назад. 20, может быть. И она стала сейчас вдруг протекать, например. Или с гептилом утопили емкость. Никому не сказали, она там тоже лежала, начала протекать.
В принципе, это похоже несколько на гептилу, там, что раздражение, у него запах противный, и он очень ядовитый в очень малых концентрациях. А то, что не могут найти, это как, что это такое, ну, это как с новичком. То есть отравление есть, а вещества найти не могут никак. Не знаю, действительно иностранцев приглашать, может, они найдут. Да, Тихий океан в Германию мы, конечно, не отправим на изучение. Вы скажите, пожалуйста, а полигон Радыгинский, о нем что вообще известно? Насколько это большой полигон или это какое-то маленькое стрельбище? Как давно он там? Нет, там полигон, он сейчас не используется, он законсервирован. Там вроде есть емкости с ракетным топливом. Опять же, это все, по идее, все засекречено и в точности сказать нельзя. Блядь, вроде там целых 300 тонн, это много очень. Он мог, там эти емкости могли протечь, могли. Значит, дальше как? Просачивалось сквозь почву. Но, в принципе, там нужно провести серьезную, в том числе на этом полигоне, что называется, химическую разведку и определить, что там и как. Но проблема в том, что это закрытые объекты все. Туда так просто не пройдешь. Нет, но самое интересное, что когда я сегодня разговаривала с губернатором, второй полигон, вот, где захоронены ядохимикаты, оказалось, что он никому не принадлежит. То есть нет ведомства, которое за него отвечает. Ну, такой бесхозный у нас. Как вообще вот такое может быть, мне интересно? Да это может сколько угодно. У нас от советского периода чего только не осталось. Есть брошенные могильники с радиоактивными веществами, в том числе очень серьезными источниками, смертельными, там, цезий. Вот тогда один был, кстати, в Чечне, и во время чеченских войн притащили в Москву, там, покойный Басаев, и подбросил для НТВ контейнер свинцовый, где цезий был. Цезиевый источник для дефектоскопа. А этой штукой, в общем, если подержать в руках некоторое время, то умрешь просто-напросто, жесткое излучение. И это просто где-то валялось так вот, потом там была война, никто за этим не следил. Твердые, когда если захоронение, то есть и этого всего, всяких могильников и захоронений по всей стране очень много. Часто за ними присмотра хорошего нет. А вообще... ядохимикаты это даже не военные, это, значит вообще непонятно кто. А вообще нормально, что вот такого рода полигоны строят рядом с реками, рядом вот с океаном, что это так легко может попасть в воду? Ну там, потому что серьезная всегда была база военная, военно-морская. Там базировались подводные лодки, которые на Западе называются «Дельта-3». Сейчас одна только такая осталась, они старые. У них были установлены ракеты как раз гептиловые. Сейчас их заменяют на другие, у которых уже твердотопливные ракеты, которые так вот не ядовитые. Но советские ракеты почти все были жидкостные, были твердотопливные, но американцы тоже когда-то использовали вариант гептила, ариазин его называли. Были у них и ракеты такие, но их было немного, и их давно все успешно утилизировали. Потому что эту штуку еще утилизировать достаточно сложно. Раньше сегодня нет современных технологий? Нет, сейчас есть разработанные. В начале вот 90-х были большие проблемы, потому что в советское время его вообще не утилизировали, гептил. Его, если он возили потом на завод куда-нибудь по железной дороге в европейскую часть, там перегоняли, для очистки от воды и других примесей, и снова в ракеты загружали, потому что ракет было все больше, больше и больше. И была такая, кстати, авария в конце советской эпохи, там опрокинулась цистерна с гептилом рядом с Волгой. В Ярославле это было. Так что с гептилом вообще была проблема. Сейчас вроде бы с этим справились, но есть по всей стране такие полигоны, где хранятся емкости с гептилом. А это очень противная штука. Павел Евгеньевич, оставайтесь с нами. Мне интересно у Жоры спросить, он так вроде как... Ты не веришь в эту версию? Я не очень понимаю, вот, например, ракету, да, она, ну, сколько там весит, не знаю, калибр, которые жидкостные на подлодках там меньшего класса электродизельных. Ну, там 25 тонн, может, она весит. Из них часть это там
корпус и боеголовка, остальное это, значит, окислитель и топливо. То есть речь идет там о 10, может быть, там максимум тоннах этого гептила, если даже ракету утопили. На мой взгляд, если нарисовать на карте точки, в которых всплыли беспозвоночные, то они находятся там на расстоянии сумасшедшем, несколько десятков километров друг от друга. И вот эти там 10 тонн, ну, просто не могли. То есть основное препятствие этой версии – это именно количество. И вот я хотел бы, кстати, задать вопрос. Если, допустим, этот гептил 300 тонн вытек в реку, он, ну, опустился бы на дно, ведь по физическим свойствам его плотность это 700, по-моему, 83 килограмма на кубический метр, то есть он легче воды, и по идее, по физическим свойствам он должен стелиться. Вот скорость оседания, да, в какой момент он бы побил всех донных млекопитающих? Вот если вы мне ответите Павел на этот вопрос, что скажете? Павел Евгеньевич, это было бы... Ну, то, чтобы это все вытекло, это было бы очень заметно. Он говорит, он вонючий, у него очень специфический запах. И если 300 тонн, там, не знаю, волной потекло в океан, то не обратить на это внимание было невозможно. Значит, в принципе, он очень ядовитый, и ракеты там не калибр, калибр — это крылатые ракеты, а это баллистические ракеты межконтинентальной дальности. Ну, там почти 9 тысяч километров, и там этой штуки много. Это трех или двухступенчатые ракеты, и там много этой штуки. И даже в очень небольшой дозе может отравлять. Я сейчас вам не буду называть ПДК, я его не помню наизусть. Но это посмотреть можно. Тут главная проблема, что не сам гептил, а его производные. Он будет распадаться в морской воде. А вот производные бывают даже более ядовитыми, чем сам гептил. Вот он что. Вот. Но я не знаю, опять же, это просто предположение. Просто там, в Авачинская бухта, это, как говорится, центр, где гептила много по определению. Там его, и это не только баллистический лот на то, что на лодках использовалось. Скажем, зенитные ракеты с прежнего поколения тоже были все жидкостные. Из них могли скачать гептил, там какую-то емкость, и оттуда с Камчатки попытаться его вывести. И, скажем, что-то уронили за. Я не знаю. Это все предположение. Спасибо большое, но, Павел Евгеньевич. Очень интересно. Жор, я когда смотрела твой вот ролик, который ты записал про эту катастрофу, ты как раз там говоришь про подводные лодки, да, как одна из версий. Расскажи, да, подробнее, что это за версия, потому что она звучала. Я ее услышала только вот... Ну, кроме ракетного топлива, и опять же, достаточно сомнительно для меня, потому что мне кажется, что объемы не такие, чтобы потравить такую большую береговую зону. Вот, конечно, у нас очень мало специалистов по экологии, связанной с ракетным топливом, поэтому проконсультироваться сильно не с кем. Но в подводной лодке есть еще и другие жидкости, например, там электролит в аккумуляторе, которого там сильно больше по объемам, да, то есть аккумуляторов гораздо больше в подводной лодке, и еще там с десяток технических жидкостей, которые тоже достаточно токсичные. И если, например, подлодка там какая-то, которая возвращалась там с дежурства, как раз шла с севера, то как раз она бы прошла в базу это, в Вилючинске как раз через все те пляжи, если нарисовать на карте, в которых был зафиксирован выброс беспозвоночных. Угу. Павел Евгеньевич, вы здесь же с нами еще? Да, еще. Да, вот эта версия вам как? Тоже может быть, нет, но определять надо. Что-то едкое было. По то, что люди заметили, вот, может быть, гептил, может быть, еще что-то. Но электролит у них менее ядовитый. Просто гептил очень ядовит, его немного нужно для того, чтобы морские беспозвоночные загнулись. Угу. Давайте послушаем. Я сегодня утром обзвонила всех, кого могла достать из экологов именно Камчатского края, кто знаком с Тихим океаном, кто работал там многие годы. Давайте послушаем, вот что говорят они. И там даже и Южно-Сахалинск даже к нам присоединился. Давайте послушаем. Я так понимаю, вы только что из моря. Да, да.
И как там? Мы видели очень странные пятна, какую-то желтоватую пену. Ее сейчас есть много фотографий, там снимали в том числе и наши друзья. И сейчас мы зафиксировали вот это пятно в бухте Вилючинска. Это уже южнее Халактырского пляжа, сильно южнее. Вот. Также мы обследовали бухты, которые находятся ближе к Алачинскому заливу, там, где Петропавловск-Камчатский, там, где в предыдущие дни были свидетельства того, что там есть это пятно, и что там на берегу много мертвых моллюсков и других мертвых животных. Вот. И сегодня, собственно, мы видели, отобрали пробы вот этой вот странной жижи. Вот. Туда даже опускали камеру GoPro, и там интересный эффект наблюдали, что там вода не прозрачная совершенно, она меняется, она какая-то слоистая, и в конце концов там просто превращается в тьму. Вода взята в океане. Вполне возможно, что наложились два события, случайно наложились два события. Во-первых, вот это вот попадание токсина в районе Халактырского пляжа в океан, который вызвал поражение у людей. И осенний шторм уже вот в конце сентября, который выбросил достаточно много в разных местах живых организмов. Там действительно что-то произошло не экстраординарное. Такого я за больше чем 30 лет своей работы на Камчатке я ни разу не видел и не слышал. Это очень острый токсин. Вот там конкретные компоненты — это самин и меланж. Самин — это вещество первого класса опасности, то есть это сильнейший яд. Меланж — вещество второго класса опасности, тоже очень ядовитое вещество. И когда такие сильные яды попадают в морскую среду, то те организмы, те животные, которые не могут быстро покинуть, как там рыбы, морские млекопитающие и так далее, они в первую очередь гибнут. Что мы и наблюдаем. То есть в основном выбросы — это донные организмы, которые ну, маломобильны. Они не могут быстро вот взять и уйти из какой-то ядовитой среды. Вон еще один громадный лежит. Дим, расскажите, я так понимаю, что вы же в Южно-Сахалинске. Каким образом уже все эти новости касаются вас? Ну, я возглавляю региональную общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина». Касается таким образом, что, в общем, уже поступают сообщения о выбросах морских животных на северных Курильских островах, конкретно на острове Парамушир. И это нас напрямую уже касается, это уже Сахалинская область. Кошмар. А вот первые новости у вас, они когда появились? Вот о Камчатке. Камчатки, ну это где-то неделю назад, наверное, даже больше. А что у вас говорят? То есть какие причины называют у вас? В последнее время все больше людей склоняется к тому, что виной всему военные. У нас на Сахалине тоже есть такая проблема загрязнения окружающей среды со стороны различных военных объектов. И в особенности тех объектов, которые были брошены вот в период 90-е годы, в начале 2000-х. Я пока никакой версии не склоняюсь, но есть несколько версий, которые действительно, наверное, стоит рассматривать. Там, говорят, есть какие-то природные версии. Ну, водоросли, вот сегодня сказал губернатор, могут... Их поведение может привести к тому, что изменится состав воды, и она станет небезопасной. Настолько ядовитые это могут быть водоросли? Ну, наверное, я не знаю, я не биолог. Но это вот было такое официальное заявление, как это одна из версий, которую они рассматривают. Потом версия по поводу танкера или по поводу каких-то других судов, которые случайно сбросили или не случайно нефтепродукты, существует. Может быть, так и есть. Но не похоже, что это так, потому что, как говорят эксперты, если бы были нефтепродукты, то была бы какая-то плёнка на воде там, из углеводородов. Этого ничего нет. По крайней мере, на Халатырском пляже, в чем я убедился, ну, вода, в принципе, нормальная. Угу. Там немного желтоватый цвет у берега. Ну, я не знаю, аномалия это или нет, говорят, что нет. Вы считаете, что это какое-то ракетное топливо или как? Что это может быть? Да, то есть есть такое... Ну, ракета заправляется ракетным топливом, понимаете? Ракетное топливо, оно состоит обычно из двух основных компонентов. Это основная часть топлива и окислитель. Там есть такой полигон, который называется Радыгина. С одной стороны, это военный полигон, а с другой стороны, на этом военном полигоне как бы разместили, в 98 году разместили очень крупные объемы вот этого ракетного топлива, около 300 тонн. На захоронение, или это... Ну, его не то чтобы захоронили, его там разместили для хранения. А, для хранения.
Как долго его там будут хранить, трудно сказать. Вот оно лежит уже с 98 года. Во-первых, это в поселке, который рядом расположен, резко сократилось количество населения, там людей переселили, стало особо некому жаловаться. Все-таки довольно отдаленное место. С другой стороны, видимо, все-таки как-то эту химию, вот эту всю ядовитую гадость, ее ну, как-то локализовали, и, судя по всему, особых больших утечек не было. По крайней мере, нет никакой информации. Когда я служил в армии, а я служил в армии на Камчатке, вот, мотострелковой части, вот, нас туда, на этот полигон, по всей зиме возили и учили, так сказать, использовать стрелковое оружие. Но позднее вот, появились публикации, ссылки на публикации 2000-х годов о том, что вот в районе этого стрельбища вот, был создан склад, в который свезли большое количество ракетного топлива, которое должно было куда-то быть вывезено на утилизацию. Вот, кто-то обещал, но не сделали. И оказывается, это топливо хранилось именно в Радыгино. Вот. Вот я узнал об этом впервые, и меня это шокировало. Мы вот подняли публикации в СМИ там, 15-летней давности, и выяснилось, что в Камчатской администрации, тогда была администрация, сейчас она называется правительство, значит, обсуждался вопрос именно этого полигона. Mm-hmm. И тогда речь шла о том, что он небезопасен, что, значит, что какие-то химические вещества с этого полигона попадают в ручьи, и власти говорили о том, что вот там река, она называется Мукножка, по-моему, рядом с этим полигоном проходит. Они говорили, что он неудачно расположен. Дело в том, что эта река Мукножка, она действительно впадает в реку Налычево, по которой теоретически вот эти опасные вещества могли попасть в океан. И один из участников совещания, как сообщалось в СМИ тогда 15 лет назад, вот, даже сказал, что здесь столько ядовитых веществ на этом полигоне, что можно отравить весь север Тихого океана. Знаете, как в воду глядел. 9 сентября был очень сильный паводок, очень сильный дожди, циклон был. И как вот мне представляется, и очень многие со мной согласны, в том числе люди, которые живут на Камчатке, работают там, что, видимо, вот это совпало с какой-то утечкой, либо разгерметизацией, там, разрушением емкости, либо, может быть, в это время как-то перебазировали эти вещества. И, скорее всего, просто дождями смыло это все в океан. Так ну, вот находишь в полностью. Общаюсь. И всего не своей смертью умер. Выкинула его с океана этого. Отравленного. Очень странно, что камчатские власти ну, на эту версию вообще не обращали внимания. Вот сегодня мне удалось до камчатских властей донести эту информацию, и мне пообещали, я не буду сейчас говорить, но достаточно высокого уровня чиновник пообещал, что в самое ближайшее время эту версию отработают. Но там эта версия не рассматривалась даже, понимаете? То есть очень многие там просто даже не знали про это захоронение. Прошло 20 лет, и вот, вот такая ситуация теперь. А как вы думаете, действительно не знали, или это все-таки пытаются скрыть, потому что Минобороны уже заявила, что они тут ни про чем, никаких учений не проводили, и как бы не за что. Ну, они, с одной стороны, они как бы ну, не лгут, да, прямо, потому что действительно, может быть, учения они не проводили, но эта утечка вот из тех фактов, которые мы знаем, она, скорее всего, связана не с учениями, а просто с безалаберным отношением к хранению вот этого токсичного вещества. Еще я вот должен заметить, да, что симптомы, о которых сообщают серферы, люди, которые даже просто гуляют рядом с, ну, с морским прибоем, эти симптомы как раз очень характерны для отравление со стороны ракетного топлива. Вот вы сейчас взяли пробу. Вы это берете со дна или вот сверху, где видно это пятно? Мы сейчас брали это сверху, вот, то есть в том числе с этой пеной. А то, что на дне находится, были, ну, как бы много дайверов сейчас, как бы озабочены тоже этой проблемой очень, смотрят, что на дне там как будто все обожжено кипятком, там тоже все мертвое, вот, они тоже там опирали пробы, вот, мы тоже постараемся эти пробы доставить в Москву, в лабораторию. Вас все устраивает в действии властей, вот, официальных органов, которые сейчас занимаются этой проблемой? Конечно, служба мониторинга
должна быть организована намного эффективнее и активнее. Вот. Конечно, многие не устраивают. Проблема случилась, нужно организовывать, нужно выяснять и локализировать это загрязнение. Оно, возможно, еще и продолжается. Это серьезное преступление. Преступление против людей, которые пострадали. Вот, преступление против природы, преступление против человечества. Очень тоже плохо то, что для того, чтобы они начали активно и должным образом реагировать, необходим какой-то действительно серьезный большой шум там в публичном пространстве, что и произошло, что мы и видим. Угу. То есть до этого просто вы считаете, что не было бы шума и замолчали бы проблему? Или абсолютно в этом убежден. Абсолютно. Угу. Нас пытаются еще убедить в том, что это какие-то, так сказать, действия наших противников, врагов. Мы сами ведем в своем доме себя хуже, чем любые противники, враги. Вот в чем проблема. Именно в этом проблема. Нам это вот нужно уяснить и в первую очередь понять, кто среди нас. Мы сами сделаем хуже для себя, для своего дома, чем любой противник. Противник об этом даже и не подумает еще, а мы уже, вот видите, наделали. Друзья, мы в прямом эфире. Спасибо, что вы с нами. Давайте закончим с версиями. Вот подведем итог. Если это не военные, вот об этом просто больше всего говорят. Что это? Елен? Ну, мы сейчас точно не можем сказать, что это. Для этого, собственно, туда и отправилась наша команда. Вот было сейчас подключение с Василием Яблоковым для того, чтобы взять пробы, чтобы посмотреть на месте, что происходит, и какие-то исследовать объекты, которые потенциально могут быть, в том числе, источником загрязнения. Но уже сейчас есть понимание, что ну, мы склоняемся, например, к все-таки к техногенной причине этой аварии, потому что, ну, в том числе по итогам, не знаю, там, консультаций и с вулканологами, и с теми официальными позициями, которые уже появляются, исследованиями о том, что, в принципе, деятельность вулканов, она не может давать, ну, такой приводить к такому массовому отравлению такого большого количества живых организмов. Жора, там, Жора возможно, спорит. Со мной не, да, не поспорит. Вот, это может. То, что как бы, ну, это мнение не мое, это мнение экспертов, с которыми вот я консультировалась в том числе, потому что ну, мы рассматриваем все равно как бы разные версии и будем все версии проверять. Жора, вот. Скажите про свою. Сейчас, Лена, да. Вернемся. Да, почему вызов вулканы? Ну, может, и приводило, и неоднократно, причем деятельность вулканов может приводить как к гибели массового биоразнообразия, так и наоборот, когда туфы падают в воду, это очень плодородная среда, и начинает развиваться очень сильно биота и так далее. То есть вулкан может вести себя абсолютно непредсказуемо, поэтому то, что сегодня было сказано, что нет, мы эту версию не рассматриваем, на мой взгляд, это не очень правильно, потому что эту версию обязательно нужно рассматривать. Если мы антропогенные важнее, на мой взгляд, но эту версию обязательно нужно рассмотреть. Заключается она в том, что когда было землетрясение, а оно было 15 сентября магнитудой 6.0, это достаточно серьезное землетрясение, то на морском дне могли там какие-то интрузии образовываться, выходить газы, серосодержащие, углеродосодержащие. При смешении с водой образуются кислоты. И как раз чем ниже на дно, тем больше, выше концентрация. Соответственно, донные все вот эти вот беспозвоночные как раз умирают первыми, потом шторм их выносит. То есть все подходит. Вы спросите у жителей Армянска в Крыму, что такое жить рядом с заводом «Крымский Титан». Там как раз в воздухе те же самые сернистые и серные кислоты. Это те же самые симптомы. А самое важное, да, я вот до сих пор ученый, я как раз геолог специально, специализируюсь поэтому. До сих пор ученые бьют копии, вулканологи и так далее, по поводу цикличности. У нас же, как у нас, вулканический пояс, это Тихоокеанский огненный пояс. Угу. По поводу цикличности, насколько часто там происходит землетрясение. И некоторые говорят о том, что раз как раз там в 50 плюс-минус 10 лет начинается активная сейсмика выше 7 баллов и там до 8,5, да, доходило там в, как раз где-то 40-50 лет назад были такие извержения. То есть вполне возможно, что мы на пороге большого шухера, когда начнется землетрясение с вулканами, да? Но, с извержениями? С извержениями. Но эти обе версии достаточно легко проверяются.
первая версия с, ну, не антропогенной, я имею в виду, первая с эвтрофикацией, она проверяется, просто нужно понять количество биогенов в этой воде. Завтра я первым делом это определю, когда у меня будут пробы. Вторая версия по кислотности и по кислотам, которые в этих пробах будут. Mm-hmm. То есть как раз вот этот вот, то, что мы со спутника видели, вот этот слой красный и вот эта белая пена, вот оттуда у меня будут пробы. Я посмотрю, сколько там кислот и так далее. Не, просто и если плюс, еще ты еще плюс, вулканы предрекаешь, мне вообще страшно говорить про 2020 год. Я уже не знаю, что еще придумать. И еще сегодня буквально я ехал. Если там есть залежи каменного угля, то когда кислота контактирует с каменным углем, образуются фенолы. Ага. А углеводороды там и так есть, потому что, извините, это одна геологическая структура. Мы на Сахалине нефть добываем, она тянется наверх. Это как раз разломная часть, углеводороды могли просочиться и так. То есть версия, повторюсь, да, ее не надо забывать. Я одинаково рассматриваю и антропогенные, и вулканическую. Угу. Елена, я хотела уточнить, что да, нам действительно покажут это анализы, вот скорее, наверное, вот морских организмов, которые тоже, я надеюсь, будут получены какие-то результаты, действительно ли это подтверждается или нет. Вот, ну, я просто опираюсь вот на те официальные позиции, которые уже высказывают многие ученые, вулканологи. Ну, возможно, они тоже где-то ошибаются, и мы что-то не знаем про нашу планету в том числе. Вот. Я хочу сказать, что мы еще вот сегодня, ну уже сегодня, сейчас ночь, да, на Камчатке, день обследовали ребята реку Налычево, и как раз в низовьях реки вот тоже брали пробы, потому что в том числе обнаружили там большое количество пены, и пены им на выходе тоже вот в низовьях, и какая-то странная такая взвесь. Вот. И там выше по течению расположен как раз вот этот вот Козельский полигон, про который говорили. И действительно, очень много, есть как бы подозрение, что это может быть связано с этим. Хотя сейчас мы, опять же, будем проводить анализ и воды, и там донных отложений. А взвесь о чем может нам говорить это вот? Ну, мы пока не знаем, пока мы не проанализируем сам состав воды, угу, и донных отложений, которые отобрали ребята. Ладно, остается еще немножечко. На этом полигоне, по крайней мере, там отсутствуют вообще защитные ограждения. Там в 2018 году местные жители какие-то информационные столбы оттуда унесли, потому что и не было заведено никакое дело, потому что было признано, что это как бесхозное имущество. Вот, это как бы наследие 60-х, 70-х годов. И таких захоронений, действительно, как говорили другие эксперты, в нашей стране очень много, и нужно в том числе что-то системно с этим делать. Мы когда-то, еще в 16-м году, делали карту старого советского наследия. То, что вообще в Арктике, мы делали по Арктике, очень много объектов, оставшихся еще, да, то есть какие-то старые оставленные топливо, какое-то что-то там, не знаю, скважины не законсервированы и так далее. И все это вблизи рек, там в болотах, где может в любой момент попасть. Люди вообще не задумывались в водную тогда об систему. Этом? Когда это все составляет? Мне хочется, чтобы мы сейчас об этом задумывались, потому что мы живем сейчас, и нам нужно действительно как-то максимально быстро, системно решать эту проблему, как менять подход, как сказал губернатор. Давайте мы в прямом эфире. Я напоминаю про то, что если вы хотите помочь эфиру, ссылка под нашим видео. А сейчас у нас сообщение от Кати Айовы, певицы. Давайте послушаем. Привет, это Катя Айова. Я хочу поделиться своими ощущениями после трагедии на Камчатке. Это экологическая катастрофа. Странно вообще произносить сейчас в наше время, когда есть такие технологии, когда есть пеленгация и возможность выявить какие-то проблемы с танкерами и любого характера.
Но, к сожалению, такое происходит. И мои знакомые присылают видео, где животные выброшены на берег, выжженная земля в море, и проблемы с глазами у серфингистов, и отравление, случаи отравления. И я думаю, что это повод нам обратиться к правительству, чтобы они приняли зеленый курс. И я думаю, что мы можем это сделать вместе, передавать эту информацию и ни в коем случае не быть равнодушными. Так, друзья, я жду заставку, а ее нет. Ну ладно. Давайте продолжим. Мне интересно вспомнить прошлое, и недавнее, и давнее. Во-первых, совершенно недавняя наша еще одна катастрофа с разливом нефти Норники, вот в Норильске. Вы оба так или иначе там успели поработать. А сегодняшняя ситуация похожа на, вот, на то, как это раскачивается, как это скрывается, или сейчас все-таки получше? Ну, там разлилась не нефть, а дизельное топливо, да. Простите. Но да, я отправилась туда в экспедицию, собственно, уже практически через месяц после того, как произошло. Вот. И я могу сказать, что есть много общего, есть много разного. То есть, с одной стороны, ну, общее это в том, что у нас, ну, это вот, ну, не знаю, похожего, может быть, масштаба, какая-то экологическая катастрофа, которая происходит, и на самом деле история в Норильске до сих пор не закончена. То есть там по-прежнему последствия этой аварии, ну, этой катастрофы, наверное, лучше сказать, они не оценены до сих пор. И также и здесь я вот не знаю, ну, сколько времени вообще понадобится, да, уже после того, как мы установим источник загрязнения, оценить масштаб и последствия. Вот. Там помимо вот этого разлива, просто за то время, пока мы были, мы нашли, вот, ну, как бы обнаружили сброс на Талнахской обогатительной фабрике, который происходил, ну, то есть этот сброс стофа, он был в то же самое озеро Пясино, ну, по системе рек он туда попадал, про которое так много там говорили и писали Норникель, писал Норникель, что они вот все сейчас ликвидируют, загрязнение, все убрано. То есть как бы и параллельно с этим, если бы мы его не обнаружили там при помощи местного активиста Василия Рябинина, то, ну, и не сообщили бы вот своевременно в госорганы, он бы там до сих пор происходил, и ничего бы, ну, как бы не изменилось в этой ситуации. И это с одной стороны, и вокруг, ну, по словам тоже местных активистов, там, к сожалению, очень много таких точек, где продолжают, не знаю, какие-то нарушения происходить. И чтобы это даже очень сложно как-то все найти, потому что многие объекты расположены глубоко в тундре. Туда очень сложно добраться. И если ты туда едешь, то ты должен использовать транспорт Норникеля. То есть там как бы есть вот один компания, которой полностью все подчинено. И нам было очень сложно там работать. То есть, честно скажу, у меня такой сложной командировки не было никогда. У Жоры вообще было. Вот он нашел транспорт, насколько я знаю. Да, я, ну, у нас разный, видимо, опыт был, да, ну, как бы нам не удалось как-то, хотя мы ехали как журналисты, но все знали, кто приехал, и поэтому, плюс мы работали с журналистами «Новой газеты», за нами было пристальное внимание. Да. Вот, и сложно было попасть. Ну, там просто еще очень труднодоступные места в целом. И чтобы там, не знаю, полностью обследовать территорию, где работает Норникель, это, ну, не знаю, нужна какая-то отдельная программа экологическая. Жор, вот. А вот скажи, суд же на следующей неделе начинается? 12 числа. Во-первых, извините, я просто настолько... Кто обвиняет? Как это выглядит? Ну, обвинитель будет Росприроднадзор. Так. Вот, и они хотят 148 миллиардов, обозначили эту сумму, а Норникель хочет 20. Ну, то есть они считают по одной и той же формуле, но смысл в том, что они говорят, что время воздействия было намного меньше. Норникель говорит, что они собрали там сколько-то там 50 или 70% всего топлива, что как бы просто невозможно даже технически, потому что дизельное топливо испаряется. А до этого у них был пресс-релиз пару месяцев назад, что они 90% собрали.
Это вообще в практике это, мировой такое не бывает. Это было в июне как раз, в 20-х числах. Вот, типа того, вот, то да. есть там прошло меньше 3 недель. Ну, то есть они как бы торгуются за нашу природу, вот, а как правильно вот, Лен сказал. Да, Лен сказал то, что именно сам ущерб, он оценен по формулам. Именно вот в штуках, да, сколько там рыбы нужно потом, ну, когда зарыблением будем заниматься, восстановить, сколько там чего пострадало, mm-hmm. водных объектов, почв, вот, и все, и так далее, и так далее. Это никто пока еще, ну, в реальности не оценил, к сожалению. Ну, вот там прошла Норильская экспедиция, так называемая, там, не знаю, Большая Норильская экспедиция, по-моему, называется. И я просто, ну, по итогам тоже общалась, точнее, там было обсуждение этой Норильской экспедиции при участии общественности, и в том числе участники экспедиции говорили о том, что минимальный ущерб, в общем-то, там все практически убрано, ничего не пострадало. Так, если кратко пересказать. Вот. И при этом местные жители, они все-таки, ну, не знаю, может быть, не в таком объеме, но тоже активно пытаются вести свое расследование. Продолжают. Да, продолжают. И потому что как без этого? Иначе как бы вот по факту получается, что иначе все это замалчивается, эти проблемы. И они параллельно там, не знаю, съездили и присылают фотографии просто погибшего мертвого леса вот вокруг Норильска, да, и на каком-то достаточно большом отдалении от Норильска. И это, ну, это как бы следствие тоже деятельности Норникеля. Это то, что... Я не знаю, будет ли это когда-то вообще оценено как какой-то экологический ущерб. Вот. То есть, наверное, чтобы это произошло, нужно вот максимально просто распространять информацию, нужно ехать туда, проводить какие-то рейды, я не знаю, подключаться просто всем неравнодушным журналистам, максимально вести свои расследования. Тут потому что когда люди начинают об этом говорить и писать, и главное, выкладывать все сразу в соцсети, то есть вот когда мы пошли тогда на этот Алнахск, обогатительную фабрику, ну вот на да. ТОВ, как бы что мы сделали? Мы туда шли 6 часов ночью, обходя посты, да, чтобы нас не заметили, потому что очень было просто взять и выключить насос, как бы и сброс бы прекратился. Что они сделали, когда собственно... Огласка пошла. Да. И мы туда попали тайно, по сути, и сразу, просто сразу мы стали вести там эфир, Facebook, не знаю, звонить журналистам и выкладывать сразу в свои соцсети то, что там происходит. И тогда уже это просто как бы, ну, доказательство того, что там реально происходило в данный момент нарушение. Туда экологическое преступление, в общем-то. И туда уже на место выехали госорганы. Это просто, я не знаю, я такого никогда не видела. Это был целый, ну, спектакль. Тогда приезжала просто вереница машин. Там, ну, как бы... Ну, это мы все, да, наблюдали. Да. Я хочу подключить к нашему эфиру Станислава Маслинкова. Это старший научный сотрудник кафедры океанологии географического факультета МГУ. Станислав. Здравствуйте. Слышите нас? Так, а я вот Станислава не слышу. Сейчас мне режиссер что-нибудь скажет, это наша проблема или... А, да, давайте наладим связь, вернемся к Станиславу. Я хочу вспомнить про 2010 год, да, и разлив в Мексиканском заливе. Вот сегодня пишут, что компания BP тогда повела себя, ну, если можно так сказать, очень хорошо в той ситуации. В смысле, она сама тратилась на пробы, заказывала одну, потом другую независимую. Это действительно так? Или это нам так вот на расстоянии кажется? Нет, это правда. То есть они такие исследования заказывали, которые просто ни у кого бы в голову не пришло вообще делать в наших реалиях, тем более Норникелю. Угу. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы у нас... Ну, вот что нам у них надо перенять сегодня, вот в сегодняшней нашей ситуации? Ну, то есть они поняли, что они виноваты. Они признали вину, полностью раскаялись. Это уже путь к да, решению это проблемы уже путь, первой. Да. И потом, фактически, да, с одной стороны, на них насели, все побежали за грантами, а давайте мы еще это сделаем, а давайте еще это сделаем. Но они сказали, что это имидж компании, поэтому делайте.
И это имидж компании, поэтому делаете. Куча народу там позащищалась на этом разливе. Ну, то есть, с точки зрения, там, мне кажется, даже экологии, это чисто абсолютно научные, неприкладные исследования проходили. Но в целом это вызывает уважение. А что значит, ты говоришь, что чисто научные, неприкладные? Это хорошо или плохо? Ну, то есть, это никак, эти исследования никак потом не применимы ни в плане очистки, ни в плане... Это вот что-то вот там, изучение генома сельди, условно, которое пострадало, это вот какие-то такие уже совсем научные исследования, которые мало чем помогут. Они только докажут дополнительный вред от таких разливов. Это да, это вот прикладная часть. Но они мало помогут избежать будущих разливов. У вас есть какие-то сроки? Как долго мы будем это все разгребать? Да, я хотела добавить тоже, что вот, ну, к BP у нас очень разная система, не знаю, штрафов за такие разливы и ответственности самой компании. Вот как это устроено, просто, ну, у меня был опыт как раз общения на Аляске с теми людьми, которые, ну, участвовали в ликвидации аварии после вот Exxon Valdez, то, что случилось. И там просто, ну, как бы компания не могла не признать ответственность. То есть за каждый, там, не знаю, день, когда она бы промолчала, да, и не сказала, что это мое, я должна убирать, то там как бы, ну, уже приличная сумма штрафа. То есть, если ты не признаешь вину, чем дольше я не признаю вину, конечно, тем больше я плачу денег. И вообще должно быть устроено так, ну, виновник всегда должен, ну, как бы, если мы точно знаем, знает, что, да, как да, бы, что как он обычно, что он виноват, особенно если это какая-то там связана с инфраструктурой, с какой-то или там с, и так далее. Вот. И тем, поэтому вот эти компании, они заинтересованы в наискорейшем, как бы, расследовании и уборке того, что произошло, ликвидации последствий. И сами активно в этом участвуют. И самое интересное, что у нас, например, очень часто нефтяные компании, они пытаются, ну, как бы, занизить суммы, которые они выплачивают, тем, что они говорят, что вот мы уже платим за ликвидацию аварии, и как бы это и есть та сумма, которую мы должны государству. Но на самом деле должны быть два разных, как бы, ну, платежа, да, то есть это то, что компания платит за ликвидацию, и то, что компания, сумма, которая компенсирует тот ущерб, который наносится природе, который невозможно ликвидировать. То есть всегда есть, ну, вот, невозможно полностью убрать, там, 90% — это, в принципе, нереальная сумма, нереальная цифра для, там, не знаю, разливов, да, да, и так далее. И должно быть отдельное, ну, в денежном эквиваленте нужно исчислять тот ущерб, который наносится там природе, животным. Ну, я уже не говорю про, когда это касается там людей, которые живут на этих территориях, так как с коренными народами, например. Жор, как долго мы будем разгребать это, как ты думаешь? Что именно? Ну, вот, предположим, завтра нам говорят причину, все, мы ее поняли. Я не знаю, вулканы очень это или... Очень зависит от причины. Если, да? Если это вулканы, то ждем в ближайшее время, так сказать, извержения землетрясений с большими магнитудами. Даже не знаю, что лучше, честно говоря. Но в целом я другое немножко хотел сказать. Я хотел сказать то, что вот Норильский никель и вообще все, что произошло, это прям прецедент, после которого все меняется, на мой взгляд. Потому что у нас как это? Мужик с печи не встанет, да, пока там петух жареный. Ну, все знают, вот. Потому что это прецедент, когда не 30 тысяч рублей штраф, а 148 миллиардов, да? И сразу а же... до этого были вот такие суммы, да? А да, до да. этого были 30-50 тысяч рублей. Ну, вот. То есть это для за ту же самую речку, да, за ту же самую речку за два года до этого было там 30 или 40 тысяч рублей, не помню. То есть да, я хочу сказать о том, что все сразу, ну, природопользователи, которые особенно в арктическом регионе находятся, у которых такие же резервуары в те же годы построены, у которых тоже нету электрохимической защиты и так далее, тогда они сразу зачесались. И все сразу зачесались. Потому что, нужно мониторинг быстренько. Норильский никель прилетел, Росприроднадзор сделал огромную проверку, 139, по-моему, нарушений разных. Вот одно из них — это вот Талнавская обогатитель, горно-обогатительный комбинат, да, что-то. Фабрика, да. Вот. И все зачесались, потому что проверки начались и проходят по стране, и это очень хорошо. 400, все поняли? 400 объектов, по-моему, проверили. Да, все поняли, что природа стоит денег.
Что это просто так вот надо строить очистные, надо строить фильтра, надо, потому что это не 30 тысяч рублей теперь стоит. И это прям меняет на глазах то, что и вот инцидент в Камчатке это подтверждает, потому что, на мой взгляд, по сравнению с тем, как раньше работали все эти службы, в этот раз они работают, прям вот они пытаются нас обогнать. И у них это во многом получается, да, по разным там пробам, сколько они проб отобрали, там, как они информированы и так далее. Я считаю то, что сейчас им можно даже высокую оценку в этот раз поставить. Ну, для меня вот это показатель такого вот, ну, действия, действенности общественного, не знаю, контроля. Гражданского общества. Потому вот. Что здесь именно, ну, и как в ситуации с Норильском, там тоже был очень большой общественный резонанс, и местные активисты и блогеры там уже, ну, как бы начали тоже фиксировать то, что происходит, и помогать, и сами, вот, и сейчас это все продолжается. А на Камчатке вообще, ну, там такая волна поднялась по всей стране. В прямом и переносном смысле. И мне кажется, что здесь сейчас очень важно не останавливаться, а как бы продолжать вот находить эти нарушения, добиваться того, чтобы было расследование. Сейчас, если там есть заявление официальных органов о том, что ничего не обнаружено и все хорошо, значит, давайте будем это проверять и ну, как бы это нужно, ну, если проблема есть, ее нужно как-то решать. Почему, ну, наверное, системно как-то в том числе. Ну, собственно, чем мы занимаемся? Пытаемся распространять информацию. Дорогие друзья, вы наши главные помощники. Мы обязательно сохраним этот прямой эфир. Посылайте всем, кого знаете. Давайте, чем чаще, чем больше мы будем говорить и кричать, тем, видите, активнее как-то делаются дела. Между прочим, сегодня, кстати, Всемирный день охраны мест обитания. Праздник утвердили в 79 году в рамках Конвенции о сохранении дикой природы и естественной среды обитания. Вот, в общем, я вас с ним и поздравляю. И надеюсь, как-то мы как заслужим этот праздник каким-то уж образом. Спасибо всем огромное. Хочу закончить клипом «Сенсея», «Песня земли». Это когда-то в 2018 году ребята снимали этот клип на Камчатке, когда все еще было хорошо. Это совместный был проект Всемирного фонда дикой природы и продакшн-компании «Диагональ-11», которые нам сегодня очень сильно помогли с картинкой, красивой картинкой Камчатки. Спасибо ребятам. В общем, давайте посмотрим и полюбуемся, какими мы обладаем классными местами. Пока! Жить по законам лжи и огня. Гневные вершители судеб, не отнять вам мир у меня. Смогут ли простить с автоматами дети?
что их отцов забрала война. Будем ли мы жить на любимой планете? Все зависит только от нас. Все зависит только от нас. Лю-лю.